Власти Сургута помогут жителям деревянного дома в поселке Таежный, где 11 февраля произошел пожар. В результате тушения огня, повредившего несколько квартир, нарушена теплоизоляция дома. Часть помещений была залита водой. По результатам расследования установлено, что причиной ЧП явился аварийный режим работы электрооборудования в одной из квартир. В результате инцидента пострадала пенсионерка 1945 года рождения. Власти города вышли в парламент с просьбой утвердить выделение 1,5 миллиона рублей материалов помощи жителям пострадавших квартир. Сам дом частично пригоден для проживания. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками департамента городского хозяйства просушили конструкции и помещения. Жителям предложили переехать в квартиры из маневренного фонда. Некоторые согласились. Четыре семьи обратились по данному вопросу. То, что касается фактического заселения этого дома, я буквально вчера был в этом доме, вечером часть жителей там проживает. Почему? Потому что в большей мере пострадала правая часть дома, у левой части есть электроэнергия, вот, и в принципе там можно на сегодняшний день проживать. По правой части, да, есть проблемы с электроснабжением. Сейчас совместно с управляющей компанией, с департаментом городского хозяйства мы пытаемся эту проблему решить.